Два. Шурик здесь. Иван здесь. Лесной бальзам тоже тут. Хай-хай. Так, ну что, чистый сервак. Начинаем этот самый. Начинаем строиться. Блин, жалко, здесь нету прохода между людьми. Ох, как это звучит двояко-то. Это да. Ну, в принципе, имеется в виду, чтобы проходить сквозь друг друга. Это получается, мешаем друг другу. Я тебя понял. Фу, ребят, да, что-то, медбрат. What the hell is going on here? Черви, это на твоем серваке типа позаходили и понастроили? Да нет, это просто отмечено, где пещеры и все остальное. Где лут на. Я тут этот самый. Я тут сейчас как разгонюсь и попрыгаю. Видели у меня типа. А, слушай. Как же это в контре называется? Jump cheat это. Господи. Да, Не, ну распрыжка это в принципе есть такая штука, и можно самому прыгать. А именно. Чит как называется? Господи, jump что-то там. Джамп-хак, по-моему. Я просто кейс не особо играю. Не, я любитель поиграть в кейс. Кто сказал кейс? Воу! Никто не говорил кейс. Все молчим. Я тоже любитель кейс. Слушай, я уже понял. Тебе даже не нужно было этого говорить. Я уже понял, что ты любитель КС. Мы уже поняли это, что ты. У тебя какой уровень в КС? У меня никакого уровня в КС, а у меня уровень нуб. Не обращай внимания. Со мной не интересно играть в КС. Так, давайте выберем это самое, какую-то прикольную позицию, на самом верху, например. Не, я имею в виду самую высокую точку можно найти и попробовать там отстроиться. Старче. Кто кем будет? Я чёрный охотник. Я буду проституткой. Давай так. Нормально. Ну чё, ролевые игры, как ни крути, ебать. Понятно. О, смотрите, посмотрите туда. Посмотрите, куда я смотрю. Да, шестиногая тварь. О. И она, кстати, валится очень сильно. Чё-то мне стрёмно. Ну я пойду её пиздить. На тебя похожу. Давай сюда, тварь, привет! Пошла нахер! Тварина! Давай, ох. Давай, подгасим ее. Накидаем ее. Вау, она больно бьет. Чё вы снимаете, что ли? У нее 6 ног, твою мать, это читерство. Ого. Пошла нахер! Ядрит, я сейчас сдохну. Ну чё, вы кто-то из вас? Я тоже сейчас лягу. Да. Так, тихо, я лечусь, отвлекайся. Там еще одна, блин. Да где скажите, еще одна? Кто-то из вас ютубе. Оу! Воу. Ай, она меня положила. Блудный сын вернулся. Yeah.
А ты куда? В магазин. Пошел. В какой? О, ну надо же. Что случилось? Да это у Меда, короче, какие-то неполадки были с Инетом. Да, Мед? Я угадал? Что? Ты прям в точку смотрел. Я отказался бы быть этим. Я бы не отказался быть бы хостом, но... Увы, у меня самый убогий интернет на планете. Печали. Не, на самом деле у меня есть линуховый сервак, но, к сожалению, The Forest еще не придумали. Да все, это бывает так, иногда отключается. Все такого не будет больше. Да ничего страшного. Ну все, гоу, погнали дальше. Да, я надеюсь, уж не будет, а то я расскажу там, я не знаю, господи, а кому ж я расскажу-то? По эпишнику вычислю, родителям расскажу, во. Тут опять передо мной эта шестиногая хрень. А я бегу за топором, и если... Может, ее оставим? Я тоже к своему трупу бегу. Давайте в шестером или в четвером, что не заебашим? Давайте, хорошо, застали уже. Сейчас тогда бузи надо наклепать. Надо этот самый, надо палку, надо череп. О! Кинем пару палок этой твари. Мне надо топорик взять свой, реально, потому... Это она рубит? Ни хрена, это что там за взрывы такие? Бля, ребят, мне серьезно стрёмно. Это она или это вы просто тупите там? Пошла нахер, тварь! Иди в жопу! Я не согласен! Ты мне не нравишься, ты не в моем вкусе. Ну я нахер. Что это за взрывы? У меня есть череп, походу, и у меня есть эта штука. Все, у меня есть дубина. Теперь я готов ее бить. Где она? Где она? А, блин, у меня мало здоровья. Твою дивизию. Лекарство. Мы ее убили. В смысле, что, убили? Ладно. Где она? Вот это? Бомба помогла. Точнее, я. На куски разорвала, типа, да? Ну ты красавчик просто. Скилловый парень. Молодец, да. Скала. Ох, ее разморжило-то. Ну, чё, она же была женщина. Ну так чё, мы строиться будем или нет? Тогда давайте. Ну так давайте. Все, замаслали эту подружаню. Давайте дальше будем строиться. А то мы так до вечера будем бегать, честное слово, друг за другом. Ну ладно. Так и что будет. Че, кратер, нет? Это повыше, может тут? А, нет. Да не, ну в кратер это жестко. Нет, а кратер нет. Давайте там поближе к воде, вот здесь. Можно к воде обнестись там забором или какой-то такой билибердой здоровой. Ты думаешь, они не умеют ходить в воду? Нет, а в воду я знаю, что они умеют ходить. Не умеют. Не умеют. Ребята, у кого-то есть что-то пожрать, потому что я сейчас с голоду сдохну. Блин, у меня все закончилось. Надо. Значит, тогда надо пропитание добывать, потому что буду беда. А вот птичка. Пам! На тебе, держи. Твиттер. Ты свалилась, что ли?
Глаза. Нет, не свалилось. Я сейчас взял? Да, я взял, но все равно же ее надо пожарить где-то сначала. Так, ну чё, кудой мы? Давайте, у меня есть 6 палок, можно... Го строить на воде дом. На воде? Не, у меня тоже палки есть, можно, воде, кстати, можно соорудить хотя бы костер какой-то. Ну давайте попробуем. Вот уже а, есть. Тут самолет. Построенный дом. Соорудите костер кто-то, дайте человеку поесть, бы умрет же сейчас. У меня нет ничего. Так, ладно. Ладно, хорошо, давайте я... Да, да, завалили. О, все, спасибо. Так, ну чё, народ, чё порешали, где? А, на воде. Вот, строим дом. Угу. Чего стоим-то? Никого не смущает, что дом в воздухе? Да это, а, это плавучий дом. Да может что-то, может что-то нормальное построим. А на первое время пока такой небольшой, что домик можно строить. Сейчас покажу какой. Аборигены бегают. Где? Где? А. А вот, вот подалеку от Вульфина. Ага, да-да-да. Вот, нормальный дом. И мало резов нужно. Ты а чё, говорю, давай строить? Будешь проституткой. Кто охотником тем будет? Не будешь, я будешь чё, проституткой. Я чё, не охотник? Ну, ну, понятно то, что ты уже Где ты? Поднимите. Где ты убираешь? Дерево его убило, походу. Ха-ха-ха, лесоруб от бога. На, держи. Так уж и быть, спасу тебя. Премного благодарен. Где вы добываете веревки? А у меня веревки уже взяты. Это с виселиц, короче. У меня их D4, наверное. Вот. Давай, кстати, вдвоем рубить будет быстрее. Втроем еще эффективнее. Все, вот, пошла жара. Сейчас мы быренько тут нарубим, будет все нормально. А, нифига, тут... Это что сейчас это было? Это что, бензопила или что? Это была бензопила, медбрат у нас где-то бензопилу уже. Сдуреть. И медбрат? Не встать. Да ты уже и весь в броне? А, у него, видимо, здесь сохранение уже было, я понял. А нельзя прям тут как-то по канату бревна вниз спускать, не? Не придумали еще такого? Да, правильно. Если хочешь, это звук мне пить. Так, а это что, мы теперь бревна будем тупо вниз так носить? По канату нельзя их спускать никак. Вы видели это самое? Это было дерево в камне. Если ты вытянешь дерево из камня, то ты станешь настоящим травосеком. Король травосеков. Так, давайте я еще... У меня вообще пенек взорвался. Так, а куда мы больше дров, куда мы их спускать будем? Я же говорю, сделайте этот самый, носилки для этого самого, для дерева. Будет реально круче.
ствол. Вольфман, сейчас на тебя прыгнул. Я отошел, я все вижу. Уже ни хрена ничего не вижу. Ладно, я почти всевидящий, Вольфман. Как-то уже темненько видящий, Вольфман. А ты, блин. Да как-то уже вообще не видненько. Зато я подобрал камень. Я теперь богаче на пару камней. Уи, вот так. Дерево. Так, все. Товарищи дровосеки. Пацаки, а где веревка? Что-то я веревку не вижу натянутую. Начинать носить. Потому что. А броню дашь? Все такие умные, да, с бревнами в воду поперлись. А бревна в воде бабах и растерялись. Я так 4 бревна притопил. Может как-то до утра все переспим, а? Да, я не согласен, да, я хочу помучаться с бревнами. Помучаться, каким макаром ты с ними помучаешься? Ладно, давайте спать. Так уж и быть. Убедил чертяка языка ты. Ну, короче, пацан забаговал. Да что ж такое? Ну, а чё за прикол? Где ещё двое? Ещё два чёрт. Ага, тут у нас заглючило одного. Можешь его раздуплить. Не получается. Опять 2-1. Да что ж такое, это самое. 4. Ну и один у нас, и один заглюченный сзади. Кто? Ну, кто именно? По этот 417 никнейм заканчивается. 417 никнейм заканчивается. Сложно. Подсевалов Андрей сзади нас стоит. А, да этот. Наш юный друг. Может его это кикнем, а? На тебе. Не, да там та. Но я ему оружие, да. Там не поможет. Там не поможет. Соберись, тряпка. Бля, я тебе сказал, соберись. Топором поебал. Отдуплили, пацана. Да не, это. О, все, давайте спать. Наконец-то. Эй, а все равно пятеро. А все равно 5. О! Иди сюда. О, у нас багл. Андрей, иди спать. Иди сюда вместе с нами спать. Давай, тебя ждем. Иди только. Дайте. Да спать, пляж. Давайте начинаем оргию уже, ну. Как спать? Оргию. Узнаешь через пару лет. Не, ну это извращение, серьезно. Не, ну ребят, вы чё? Гоу спать. О, 5 из 5, все. О, наконец-то. Отлично, ура! Ой, бля, чё это шалаш развалился? Мы, наверное, сильно переспали. Слишком толстый. А, даже так, да? Ребят, угадайте, что у меня есть. Наверное, у забагованный интернет. Так, а где веревка? Чё, веревка? Кто лопнул веревку? У меня есть штука, которая лазит по деревьям. Ребят, дайте еды, то я ещё умру.
кто бы мне дал, кстати, еды. Да, еды. Надо надо пойти на охотиться, да. Ребят, мне... Идемте кого-то, вот, наверное. Вот, голубь. Где? Вот этот? Стой, падла! Есть. Фишка, всё, есть, забрал, одна. Всё. Так, я... Не, а нет. Да стой! Есть вторая. Так, ну я думаю, мне два голубя хватит. Так, я пока с воды нанес. О, третий голубь. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Кролик! Иди сюда. Не, ну кролик это жирненько прям. Я проебал просто. Чем тебе не нравятся жирные кролики? Жирненько в плане круто. Кролик, я тут двумя голубами копчеными сейчас буду сытиться. Норм. Мне тоже надо пожрать срочно. Короче, я понял, мы пока пожрём. Птичка. Пока соберемся, пока построим дом. Уже. Давайте построим уже дом на суше. Нахрен этот на воде. Бревен, сколько он валяется. Да реально под холмом там где-то построить. Ну давайте сюда под холм. Просто здесь. Опа, ребята. О, пацаны приехали. Сейчас, а я не жравший бьем еще. Бьем их, потому что они расскажут другим. Надо их уничтожить. Так, все, я полностью нажрался, иду вам помогать. Сколько их там? Я сдох. О, ребята, ох, меня тут валят прям четверо. Ядрит. Твою мать, я сейчас подохну. На. Так, а ну иди, сука, сюда. На, поебальнику. А ты что смотришь, блядь, и тебе по мордам. Ого, ого. Да сколько ж вы можете, блядь, это, а? Пипец, нас тут походу и положат, блин, всех. Бляха, у вас звонит. Воу, нихера себе. Оу. Твою ж там мать! Слава басейкам! Я сейчас подохну! Блин! Поднимите кто-то. Ну, кто там типа свободен. А пошли нахер! Стрёмные твари! Спасибо! Да твою мать, смотри, а не успел уйти уже. Ёпсель-мопсель. Ах, да блядь. Там кто-то живой еще, алло? Походу положили всех, я так понимаю. Да что-то их дохера тут. Медбрат, я к тебе на помощь. Прикрывай меня со спины. Вот, или я тебя, или я сдохну. Ой, вот подстава будет. Короче, давайте, может, в другом месте где-то мы что-то... Я подлечился. Вот так. Ребята, помогите. За мной тут и стеногу увязалась. Шестиногая? Где ты ее нашел уже? А, нет, это не шестиногая. Слушайте, я в толпе это... их, они меня еще ни разу не смогли ударить нормально. Классно тебе. А, стамина закончилась, твою мать! Сейчас будешь пизженый.
сука, сколько же их? Да до хрена их. Бабу там... по сиськам, бабу по сиськам бить! Куда побежала? Ау, а, нет, вот сейчас ударили, вот сейчас ударили. Тихо, тихо, обратно в воду лечиться. А, так ты хитрый жук, да, ты в воду сразу ныкаться. Ну, я в воду и лечиться, понятное дело, я сдохнуть не хочу. Нашел умника. Где эта музыка играет? Топоры? Ой, топоры, это типа бубен какой-то или что за херь вообще? Так, это что, два человека у нас только выживших, да? Сейчас. Так. Японский бог, что так много-то? А на горе их там сколько стоит, это жопа. Чё ты орёшь, овечина? Так, все, двоих завалил, еще двоих осталось. За мной я сейчас веду Баба этот... только убежала, вот это плохо. Баба какая Баба этот... убежала, сейчас всем расскажет. Да не расскажет, она за мной бежит. Я обратно к вам бегу. Вот баба прибежала обратно. Медбрат, сейчас подниму. Давайте валите ее. Бабу по сиськам, как я и сказал, да, как я вас учил. Помоги. Сейчас я до своего трупа доберусь. А я пока завалю того, кто ее. Того, кто его привалил. О, все, я поднимаю тебя. Вот это, вот я говорил, кто вытащит дерево из камня, тот станет настоящим дровосеком. Ребята, вот тут видали? Еще один. Тут еще Где? Одна манда. Вот, возле меня бегает. Вот она. Возле тебя это кто? Лесной бальзам? Да, она он через воду, вот, обратно сюда возвращается ко мне. Ребят, вот она. О, отлично. Бить ее, бить ее, бить ее. Так бить, надо ж догнать. Бабу по сиськам. О, движ прибежал сразу. Ты смотри, как она сваливает, да, а, блядь. Это мой зов, фактически. У кого есть этот самый? Сиськи? На. Она зубы уже теряет. Нихера себе. Беззубая баба сосать будет лучше, давайте. Поднимите меня. Бегу. Кому шо, блядь? Спасибо. Ну шо, им загандонили ее, не? Все, отлично. Да, да, да. Смотрите, сколько брони сейчас будет. Вот это я понимаю. Давайте на одну кучу их собирать. Да, да, давайте сейчас трупиков будем пособираем. Будем сейчас сжигать, короче, и этот самый. Я смотрю, вот, за два года, пока я в Форест не играл, много обновлений повыходило интересных. Давайте сюда, на этого куда? Главного. Или куда? Куда мы их соберем? А вот возле камня Окей. можно бросить, вот тут вот. Да вот тут давай, где я прыгаю, сюда будем их, короче, складировать. Да вот, вот, смотрите, здесь просто их больше всего, может, возле меня? А, ну давай, давай тогда, давай туда, да. Минус, фу, бля, ванидлы сейчас наделаем. Так, где еще? Их же много здесь было. Где еще несколько штук? Я точно где-то... Там были дальше наверху, по-моему. Вот, один... Блин, ну их было больше, однозначно. Ладно, я пошел брать что-то, развести костер. Нету у меня палок. А костер поставил уже сюда или нет? О, да, смотрите, да, да, поставил. Птичку на лету снял, а? Видали, мастер? Красавчик. О! Стой, сука, я жрать хочу. Я тоже так умею. О, еще одна птичка на лету. Ну это я ее уже снял. Да ладно, это я был. Не, ты начал, я закончил. Я мамой тебе клянусь. Сучи, ты мне будешь рассказывать, кто ты ее снял или я. О, еще ты одна. Ты кто по жизни? Есть два стула. Не, надо провиант добывать, потому что если сейчас еще один набег этот сраный будет этих придурков, то... Так вряд ли, если мы всех завалили. Давайте ну, сделаем. В радиусе я не видел остальных, по крайней мере. Надеюсь, у нас не понимаешь, вот лучше вот этих по одному валить,
чем, короче, тварь. Блин, где этот костер? Я даже не могу туда где-то подбросить ни листьев, ни хрена. И сколько они так тлеть будут? Да они быстро тлеют. Там уже двое закопченных было, вы не переживайте. Двое закопченных? Кто-то поджег. Ну да, там же этот самый. Так, и бревна наши валяются. А уже подожгли прям? Ну да. Так, как же поджечь его? А. Там потух, по-моему, костер наш. Сейчас, у меня там где-то, у меня листья где-то были. О, давайте. Ой! Все, скоптились все. Все, они уже все тупо коричневые. Так, это хорошо, ну. А все играли в одиночку? Я играл в одиночку, а что такое? А там же типа история, что ты падаешь с сыном, забираешь у него книжку о выживании. Ну вот да. Это ебать книжка о выживании. Прикинь, да, из черепов и костей людей делать себе броню. А тут сюжетку можно пройти, да. О, все. Ой, ящик. Мне. Смотря какой. Голова ящера. А, так. Спасибо. Так, ну ладно, чё? Ребят, давайте я поставлю дом, хоть какой-нибудь уже. Да, ну, давайте построим его и подножим, обведём забором. Да. Тем более у нас андбревен вокруг валяется сколько. Так, давайте я там отойду, вы играйте. По-моему, смотрите, вот сейчас будет идеально вообще. Это чтобы вообще на него хер добраться. А? Видали? Видали? О, бомба, вот кстати. Вот это я умею. Ну все, давай. Так, ребят, извините, я отвлекусь, мне надо просто поесть. Давай. Не обращайте внимания, я просто ем людей, поэтому. Жарю их потихонечку. Молоча. Красавчик. Чё? Так, а что это тут один паренек никак не догорит? А, дограет уже. Так это самое, я его просто позже всех кинул, получается. Не. Блин, все равно жизни у меня ни хера не пополняются. Нет ни у кого медицины именно, нет? Херово. Херово. А где там еще было у нас куча бревен? Они что, все уже туда ушли на стру... А, вон, смотрите на берегу, сколько бревен у нас. Они все лежат на берегу. Да. И этот самый. Тут сейчас еще посмотрим, что где валяется. Не все же собрали. В воде, по-моему, два бревна еще плавает. Да. Да, тут нормально. Так, кто-то заберите. Ну, давайте я заберу. Мне это пофиг. Я могу искупнуться заодно. Ты заберешь, да, с воды? Потихонь. Да. А, окей, я с берега тогда
дальше буду. Я вообще так. Там, где лес был. Убираю дрова. Пошел я птичек опять искать. А, блин, я, кстати, тоже еще до сих пор не. Ну да. Лопай. Так. Потому что у меня персонаж так тяжело дышит, мне его жалко. Как будто бревна все ночью целый день таскал. Так, ну я вроде нахавался, у меня было много мяса, а кому еще надо, на костре еще 3 куска лежит. Окей, спасибо, ребята, бегу. У нас тут рядышком находится пещера, если что. Можно в пещеру будет залезть. А ты шалун. Не. Кого что? А ты шалун. Не. Сколько там нам бревен еще надо? 60. Ого! Дофига, я думаю. Да хрена, да. Оп, бревнышко. Можно прям сюда, так вниз скидывать, будем конвейер делать. Подавай, я буду туда бросать. Я ж так и делаю. Отлично. Мне бы не помешала помощь на. Ну давай этот. Порубить. Кто там будет сверху? Давайте, чем двое человек будет рубить быстрее, понимаете? Следующее пошли сразу. Давай только потом правее скидывай. Пытайся бросать, потому что они все этот влево скидываются. Мне неудобно ты, бегать. Ты можешь за ними сквозь будет. Дом пройти. Не, ну я ты знаю, что я могу. Ты можешь сквозь дом пройти, пока он строится. Ну чё там? Мы завод сейчас рубаем. Надо все равно следить будет за движухой, мало ли еще поприпираются. То самое. Мы всех поубивали, чё они припрутся? Вот это мы додумались с бревнами, ну жесть прям. Я уверен, играли бы американцы или европейцы, они хер бы додумались такой живой конвейер устроить. Ну да, хрен его знает. На самом деле все люди и там взаимопомощь тоже ценится. Медбрат или кто-то там. Кто-то пусть строит, а кто-то сбрасывает. Так, а у нас... А, все. Не, ну я внизу принимаю и докидываю. А вы же двое... Ну, я понимаю, но вдвоем нужно, чтобы рубите. Нам... Нужно, чтобы кто-то помог нам сбрасывать. Ну, он медбрат, в принципе, пускай... Не, ну можно это... Канатную дорогу провести по нему бревна. Ну, думайте тогда. Что, самых умных нашел думать? А сам?
Я тоже думаю. Красавчик. Просто скала человек. Еда есть у кого? А-а. На костре я оставил, или шо, все три куска уже съели там, а приходовали? Ну да, тут же что же голодные есть. Сейчас опять стемнеет, опять ни хрена не будет видно. Может мы опять заночуем по Шурику? Так надо ж дом достроить. Просто уже бревен не будет видно. Куда оно там все летит? Я зажигалкой себе подсвечу. Видел мою мощную зажигалку, а? Да, я чуть не ослеп. Ты что? Не включай ее больше. Так, ребят, я там посбрасывал. Так, давайте как-то сейчас побыть. Вот же, блин, здесь засада. Либо рация, либо зажига. Да-да-да, я только что попробовал, по-другому никак не получается. А это, а может, там, не знаю, Discord или TeamSpeak у кого есть, помню. Да нет, в принципе, ночь тут быстро идет, мы и так обойдемся рациями. Осталось примерно 42 бревна. И там где-то штук 10 наверху есть, поэтому давайте. Ну нормально. Так, там еще что-то покатилось сверху. А, вот два. Отлично. А, нормально видно, у нас луна хорошо светит. Или то ты фонарик не выключил свой еще. Все отлично. А ты чё, пенёк дальше измельчаешь? А чё, нет, слышишь, такой дерзкий пенёк стал. Не пустил тебя, да? Это ж подстава, понимаешь, со стороны пенька. Ну да, да. Никто не мог подумать, что он такой жёсткий парень. Да. Поехать в лес город показать, да? Ёб твою мать, вот это возле меня что-то кричит сильно. Кто там говорил, они точно не припрутся, не? Ребят, они на том берегу, я вижу, где он бежит. Едва-едва, но, блин. А, это, видимо, их трое и один со свечкой на башке. Я понял, что я его вижу. А, может они быть. Они на том берегу, они убежали далеко. Ну, у них же ж лагерь рядом там. Так, все, ребята, от бревнышек не отвлекаемся, а то мы рабочий процесс по-моему, нарушаем. Они пытаются перебраться к нам, судя по всему. Ну, это не есть хорошо. Так что, если там бабы, надо по сиськам опять надавать? И зубы выбить, да? И зубы бабам выбить. Ну, это самое, это для плотских утех, знаешь ли, не зря. Ну... Да, то что у нас тут 4 вот мужика вот это вот. Так. Сколько осталось? 23. 23 бревна осталось. Понты. Да, теперь второй момент. Я сейчас отстрою забор, наверное, сразу же, и будем собирать камни сюда, в него же. Угу. А где у нас тут самое больше всего камней? Правильно, у нас в округе. Должно быть полегче, нормально. Камень большой, правильно? Да. Большой. А, ну все, не проблема, тут его реально хватает. Давай тогда с
ставь проект, потому что я на себе несу уже максимум больших камней, я их как раз выкину. Секунду. Просто немножко неудобно. Мне надо как можно больше территории захватить, чисто потому что этот самый. Потому что нам надо и сад сделать, и все, что ты хочешь. Ну да. Такой микрорайон сделаем, да? Ну так а хули. Все, ребята, 13 бревен осталось. О, блядь, кто-то слышал этот? Да, да, рядышком совсем. Я тут в ночи чуть кто. Вот она на берегу стоит. Вот их уже двое. Бежит. Сука! Бля, меня сейчас... Ёб твою мать, их опять тут куча. Иди сюда, свечечник. Я тебя сейчас, сука, тут завалю. Где ты пропал? Давай я тебе свечку с башки собью. На, дед, я ему еще в пиздец. Валите их, буду. Валите их, надо завалить. Вот сейчас прибегут. Да там их и так до хера. Вот. Их там очень... Твою мать. Их там очень до хрена, они по... О, ребята, на мне двое, давайте быстрее, потому что чё-то я мру. А! Твою мать! Чё такие дерзкие? Они пипец какие дерзкие. На, по зубам! По сиськам бей! Да это ж не баба, чтоб по сиськам бить. Над моим трупом там он этот придурок какой-то извращается. Я смотрю, только одни ноги. Я отомщу за тебя. Там ты можешь меня еще поднять, в принципе. На! Так, не, ну... Почему наш каменный забор нас не защищает? Он в инвизе пока. Так, одного завалил. Где второй? Ну, в этот раз, по-моему, их меньше привалило, чем в прошлый. Так их было трое. Я же говорил, что они бежали, оббегали вокруг этот самый, на наш... Ну, короче, это со свечкой придурок. Со свечкой придурка завалили. Ребята, кто-то поднимите, потому что я манал бежать опять от самолета через весь лес. Сейчас я бегу. И там, как по свободе будет время. А уже поднимаю. А, все, спасибо. Так, что там у нас за обстановочка? Все, в принципе, набег кончился. Нам надо бы что-то построить, чтобы поспать, потому что у меня закончились силы вообще. То есть я даже не могу бежать. У меня там кока-колка была. Так. А сука! Вот еще! Валите их! Иди сюда, тварина, блядь. Их трое здесь. Бабу по сиськам все-таки я ударил, как я и обещал. Не, я пока пиздюка раздупляю по голове. Ох, что-то их дохера здесь, ребят. Опять. О, блядь. Короче, это трындец, вот это набеги. Спасибо, так. А! Так, где там движ? Во, прыгает. Иди, сука, сюда. О, сразу двоих отдупляю и по зубам. Да я тут сейчас а вот еще один. Па по голове тебе. Давай, да. Все, раздуплил его? Я завалил двоих. Где еще? Кто-то я так плохо вижу, если честно. Где-то Бабета кричит еще. Ребята, а где там наш этот священный был костер? Или нам кости уже не надо, в принципе? Да у меня максималка костей, надо делать уже себе бронь какую-то. Кости всегда нужны. На территорию дома. На территорию позакидывать их, да? Ну давай. Кто-то скажет, как потом бронь делать, потому что я жорю, я 2 года не катал, я без понятия, что тут повводили. Ребята, у меня броня из костей. О, я хочу увидеть, как я выгляжу. А как это как делать? Как её делать вообще, эту броню из костей, кто-то скажет? Этот самый. Собираешь там несколько костей, штуки 4, по-моему, или 5. Ну. После этого 2 тряпки и что-то там еще. 4.
две тряпки. Ну, короче, что-то еще там было. Вроде только кости и тряпки, и все. Ну вот я только кости. Сейчас я отойду на 5 минут. Только кости накидал, но что-то оно. Так, объединить. Ну и что это? Ага, броня из костей есть. О, я тоже ее одел, получается. А черепа только на оружие, да, получается, и все. Ну, похоже на то. Так, ребята, давайте будем дальше застраивать, потому что что-то мне такие резкие набеги шалаш, не нравятся. Нужен шалаш, потому что у меня совсем вот эта синяя внешняя полоса почти у конца. Я тупо не могу даже бежать нормально. Mm-hmm. То есть надо спать срочно. Так подожди, по-моему, вот тут вот, где у нас желтый дом близлежащий, вот этот отмечен. Там, по-моему, насколько я видел, есть шалаш именно. Хотя я могу ошибаться, но сейчас я проверю. Да, давай не будем отбегать, потому что нам надо защищать территорию. Давайте поссым здесь, пометим ее так. Не, пацаны, тут можно поспать, тут шалаш этот. А на базу пойдете-то, нет? Обычный шалаш, можно поспать. Где? Ну вот где я нахожусь, у бальзама. Обычный шалаш, как у нас стоял возле этого, возле кабины самолета. Да, все, он четверых ждет. Пойдем на синий дом тогда. Два. Где там еще? Че с медбратом? Замерз. А никель че? Ёб твою, блядь. Еще одна. Вон. Мисс Брат, как умудрился помереть? Он замерз. Я бегу к тебе, вы вдвоем завалите ее? Медбрат замерз, он написал, там холодина была ужасная. У меня вообще выносливости нет. Я сейчас бегу. Да сука. Ребята. Она легла? Нет, где эта подруга? Да ребята, меня она сейчас, сука, замаслает она. Аня не замаслает. Фу. Тю, никель, я тебя хотел оживить. Где ты? А вот иди. Ну а у вас что там за трабл?
Капец. Так, ну видишь, мы... Много... Нам ты, и... брат, а ты меня не дождался, да? Там, походу, у тебя черепок закончился. Нам да, и спать да. не пришлось, потому что наступило утро. Так. Это хреново. Меня слышно, говорю... нормально, нет? Да, да, отлично слышно. Да, нормально. Так, ребята, до стройки дома осталось реально всего пару-тройку деревьев. Давайте уже... Ребята, 7 бревен осталось. О, здесь, кстати, валют... ...пытаются целых 3. Давайте сбрасывайте, будем как-то. Говорю, делать. Говорю, здесь есть еще 3, ну я сейчас сброшу 2. Mm. Вместе с тобой, походу. Да, да, да. Я тоже бревно, походу. 5 бревен. И еще одно вот здесь вот валяется. Ну я сейчас пока движуху еще пособираю на костер кину. Да что ж я падаю вечно. Четыре осталось, тупо осталось. Три бревна, не 4, а 3. 3 бревнышка осталось, вот 2 я принял. Все. Ура! У-у-у! Так, а как нам теперь наверх залезть? Теперь лестницу надо строить. Ну давай лестницу. Можно веревку еще протянуть. А, стой, так, можно, верю, можно да. с крыши вот так вот залазить. А, поверху, да. с крыши залезть, ага. Так, сейв. Так, реально, давайте поспим, потому что у меня вообще тупо нифига не осталось. Я даже запрыгнуть не могу. Ну давайте, потому что я вообще уже тоже, я не какущий. Сейчас я добегаю до вас, секунду. Кого-то не хватает, медбрат, где? Бегу. А, медбрат же ж вот этот от самолета ж бежал. Он не дождался нас. Через верх можно залазить спокойно. Осталось только забор достроить. О, у тебя мощная булава, прям с руками. Ну да. Так, ты мастер в 4 руки получаешь. Шива. А, да, кстати, Шива тоже вариант. Но Шива баба, а бабу по сиськам, поэтому не вариант. Бля, и зубы, да? И зубы есть. Говорите, сверху или лестница, а зачем? Тут запрыгнуть можно свободно. Да? Ну ладно. А мы не искали просто. Абориген! А, блядь, опять аборигены. Вот, сука. Где? Под домом, походу. Или где? Чё, давай, где убийство? Он ещё и... Да подожди, давай, сейчас давай мы тут... Сейчас мы тут замаслаем этого. Как он это сделал? Вы видели? В него вселился демон. Вызывайте Константина. Ребята, вызывайте 911. Нахер тут Константин? Меня поднимайте. Все, я его заебашил. А, видали? Красавчик. Мастер. Так, все, гоу спать. Да, реально, пошли спать. Знаешь, мир... Все, бросай его на наш жертвенный огонь. И все, давай. Между делом такие, короче. Сейчас будем заниматься обильным камнесбором. Да, ну а кто еще? А, все. Но судя по тому, как они лазят по стенам, вы видели эту херь? Видели? Ну, они нормально, мне да. Мне кажется, что как бы... Бля, и мы ж в самую ночь, да? Ну, а как нам... есть, поэтому так, собираем тут, камни. Тут нормально, так тут нормально камешков спавнится, прям в этом периметре. Ты понимаешь, что здесь камней для забора надо около... Я вижу. Оно у меня, оно пишет. Камней. Ну, ничего да, страшного. У меня тоже пишет. Ребят, я говорю, может, кому двоим надо как минимум сходить в пещеру за проблем. Ну давайте. Ладно. На УЕФА поспорить можно. На УЕФА? У тебя пальцы тут рабочие? Так у меня 4 руки. А, ну в принципе да, согласен. Так ты победишь по-любому. Вот, а здесь камней хватает.
Нет, а камней там, в принципе, нормально, да. Просто меня смущает то, что... Они респаунятся буквально в секунду в секунду. Меня смущает то, что опять у нас вечереет. Темень? Угу. Это... А чё смущает? Нормально. Всё нормально. Нет, так реально, может, давайте этот за провиантом, потому что, ну, дальше будет трабл вообще. Или хотя бы, или медицину хотя бы какую-то найти. Тут просто как в каждой пещере что-нибудь да есть. Не, ну это логично. И приключения на жопу. И что-нибудь, да, и кто-нибудь. Жопу, в основном... О, ребята, еще трое пришли. Еще трое. Где? Твою мать. Вот они, прям напротив. А, да. Сука, по одному, твари. Так, я чутка отхилюсь, потому что... Так, там один от Бузи погорел или нет? А, до сих пор еще горит. Ого! Вы чё, черти? Чё ж ты в меня бросаешь молотом? Блять, кто в меня кинул Бузи? Я их не вижу реально. Ой, бля, их реально не видно. Вот когда экран сереет, их видно. Что и уворачивается? Ты смотри, сучара. Да все ты не встанешь. Я тебя в четыре руки двумя руками замаслал. Все? Зиргут? Один завален. Блять, еще. О-о-о-о-о. Ребята, I need help. Благодарю. Там за тобой уже машинка выехала. Так. Все или нет? Сука, они уже достали. Один убежал, что ли, да? А хер его знает. Один убежал? Или всех завалили? Бля, это хреново, сейчас еще штук 6 прилетит. О, кстати, я реально умер один раз только от этой шестиногой твари. В самом начале игры. Не, я все-таки думаю, нам надо какую-нибудь связь вне игровую. Я согласен, потому что неудобно, жигка нужна, а нам при этом держать надо этот самый. Да. Может тогда по скайпам? Давайте по скайпам. Просто мне тут никель, то есть нам никель говорил, что у него интернет плохой, а скайп это как раз та штука, которая нормально хавает. Ну... Не, у меня для скайпа у меня нормально, кстати. Ну давай тогда в скайпе этот самый. Медбрат, давай. А рейдкау или дискорд есть? Опять кто-то бежит, по-моему. Дискорд и рейдкау. Да давайте в скайпе тогда уже решим. Вот, вот тело стоит прямо. Вот, вот один. Чё ты, сука, орёшь у нас во дворе? Я его прямо... Ага, он тут-то не один. Да ты смотри, я ему в пиздачину раздаю, он даже не ложится, тварь. Одного дубасил, даже меня положил. Никель, ща подниму. Прям на ухо благодарен. Все, нет, где там?
Ё-моё, пацаны, их слева тут просто жопа. Да ёпты! Ребята, кто-то подымет, не? Или все заняты? Откуда их столько понабежало-то? Ох, ёп! Я весь в дерьме! Короче, пиздец. Эй, ясненько. Мерси, Баку. Там всех переложили или есть еще они там? Вон, вульф бьется. Капец. А, слышно, да. Да не, ну или хотя бы попробовать этот забор как-то достроить, чтобы они меньше тут шарят. Ага, все отлично. Чтобы они тут меньше шарились хотя бы. Это какой набег уже за вторые сутки? Четвертый? Я думаю, где-то второй. Сорян, ребят, что молчал, просто я усиленно пытался ее завалить. Наверное, я ее ударил раз 15-20, короче. Да? Это какая-то жесть, они все бессмертные и бессмертные. Так, блин. А я рублю вот этой булавой, ну, четырехрукой. У нее-то урон бешеный, он как не собирался ложиться от нее, так и не собирается. Так, надо хоть... А у меня тоже такая булава есть. Ну, какое тут самое эффективное? Катана, да? Или кто мне скажет, какое? Так, вроде это так, самое... Я вроде так, подлечился. Блять, какая у нас будет это, Дискорд или РК? Ну было бы удобнее скайп, потому что мне сейчас ставить Дискорд. Ну да, у меня кроме скайпа тоже пока ничего на компе не а стоит. А райд кау есть? Если в туалет хожу, есть. Не, ну вообще нет райд кау. О, так мы почти достроили забор, реально, по кусочкам у нас тут. Ух, осталось всего 278 камешка. Так камень спавнится нормально, спавни. Прямо на, тут на территории. Так тупо бегать по территории, по одному собирать, вот. Нормально. Он прям под ногами только что появился. Давай скайп тогда, чувак. Медбрат. На тебе тогда дело взаимосвязательность. Давайте все медбрату сбросим, он пригласит всех в группу. Просто.